мой. Фу, страхово-то, страхово-то как. А чё дырок так много? Ебать! Охренеть! Это кукла, настоящая! Очень жестко! Охренеть! Да ну нафиг, не, ребята, вы чё, слышите? Страшно, очень, очень страшно. Я не знаю, у меня прям все вот так вот дрожит уже внутри. Ребят, я можно, можно сдаться, где кнопки, Дима? Кнопка, крестик, галочка. Это крестик, просто, галочка. Это просто. Я вас приветствую на игре в кальмара в реальной жизни. Жестко, жестко. Страшно. Вы... Вы сами захотели участвовать, поэтому никаких претензий в мою сторону быть не должно. Вы сегодня пройдете несколько испытаний в реальной жизни. Главный приз – 200 тысяч рублей. Ваша задача – двигаться только, когда звучит фраза «тише едешь, дальше будешь». Одно неверное лишнее движение, и вы получите пулю. Все ясно? Да. Надевайте шлемы. Блин, жесткач, жесткач. Страхово, очень страшно, очень страшно, я так скажу. Но это еще не все. Для усложнения вам сейчас заскочуют ноги. Какие ухожу вообще, смотри. А руки в карман можно начать? Мы начинаем первую игру. Погнали! Тише едешь, дальше будешь. У кого здоровье? И дальше будешь. Я хорошо иду. Чё за голос непонятный? Нормально, можно разговаривать? Черец, черец, черец. Черница. Тише едешь, дальше будешь. Очень страшно. Определенно. Настроен. На победу. Тише едешь, дальше будешь. Тварь! Расстреливай. А, блядь! Тише едешь, дальше будешь. Я считаю сильным соперником Даву, потому что он будет крысятничать. Ну, сзади подтолкнули, там, ну, можно сказать. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Я все, все. Все, фу. Тише едешь, дальше будешь. Все, все. Тише едешь, дальше будешь. Есть. Тише едешь, дальше будешь. Да! Да! Даник! Даник! Как же это стрёмно, как же это стрёмно. Тише едешь, дальше будешь.
Так можно было? Добро пожаловать в наш клуб. Сука! Ебать! Тише едешь, дальше будешь. Все, 11 и 8 вне опасности. Все? Я выбрал тактику. Тише едешь, дальше будешь. Четырех убьют, и теперь очень медленно иду. Так, у меня вопрос к номеру 3. А вы собираетесь идти вообще? Да, но я же 10-й. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вообще их 8. По сути, их 8 человек, ты вот нужный. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Может, его расстреляем? Уже что-то херня какая-то. Я дайте его поправил. Хорошо, давай. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, и дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Тише едешь, дальше будешь. Ну, слава богу! Ну что, участники, я вас поздравляю, кто прошел. Все, молодцы. Вы проходите в следующую игру. Можете снимать шлемы. I recreated every single set from Squid Game in real life. And whichever one of these 456 people survives the longest wins 456 grand. The first game we're gonna play is Red Light, Green Light, and they have 30 minutes to cross the red line on the other side of the huge room. So without further ado, green light. Red light. Oh. Oh. And as you can see, every single player has a device strapped to them that when they're eliminated, it pops. Chris, you wanna have a chance at one? Red light. Oh! Oh! Oh, oh no! I know for sure this guy moved. Green light. Red light. Oh, yo, they're dropping. Okay, now some people are getting out. You gotta get a better spot for the next red light, right? Yeah. You're fine. 30 people have gotten out so far. If they move right now, they're out. They have to hold this position until we say green light. And I can take all the time I want because we still have 23 minutes left. We should get a green light going. This guy's doing a full squat. Green light. Green light. Oh, they all stop. Red light. Oh, oh, I called it! I called it! Oh, no. Push my glasses up. Okay. Do it slowly, though. Be careful. Okay, are you good? Perfect. Yeah, perfect. Okay. Green light. Red light. Oh, you're still moving. She was jogging over here. We're gonna go see who's in the very back. You are in dead last. What's going on? I'll let the others clear the path for me. You literally haven't even moved. A couple steps. We'll see if it pans out. Green light. Yellow. Red light. Oh, that, we got her. The yellow light worked. Oh, that was diabolical to throw a yellow light out there. Since 067 was a big part of the show, I'll let you say green light. Green light. Red light. Yo, it'd be funny if she just got out. As you can see, over 100 people have been eliminated. Do the honors, Chandler. Green light. Red light. Oh, that was a loud one. There it is. Hey. Green light. Red light. Look how close they are to the finish line. It is do or die for most of these people. Everyone, look up at the TV. You have 4 minutes and 20 seconds left. Yeah, that's the number! Green light. Red light. We have our first two finishers over here. Let's go! Green light. Red light. Sir, baby. Yes, sir, baby. All right, we have 5 people across the finish line now. You're all kind of screwed. If you don't run faster. Yeah, you're right. Green light. Red light. Yes! Only 2 minutes remain. It all makes me way too nervous. Green light. Red light. We have under 1 minute remaining. Time's ticking. Green light. Red light. You have stepped on the line, you are good. You're good. You're good. Let's go, go, go. Red light. Oh, 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 oh.
It worked! We got him! You're definitely out. Dude, I knew that would work. Green light! Red light! You're definitely, so many of you just got out. They gotta run faster! They've gotta, you gotta sprint. Green light! Green light! I'm not even gonna say red light. I'm not saying red light. Oh, it's too late. Too late.